Люди находили сокровища постоянно, начиная с древних артефактов и заканчивая современными шедеврами. Большую часть времени сокровища только обнаружатся после долгих поисков и разведки. Люди пытаются специально отслеживать их, но иногда сокровище может быть найдено совершенно случайно. И в некоторых случаях они оказываются величайшими находками, которые когда-либо обнаружены. Все мы храним предметы у себя под кроватью. Однако у одного рыбака из Филиппин под кроватью хранилось кое-что побольше мелочи. В 2006 году во время одного плавания на якорь был пойман гигантский моллюск. Он нырнул, чтобы освободить моллюска, и по иронии судьбы он нашел гигантскую жемчужину внутри. Считая, что это предзнамение удачи, он положил ее под свою кровать и не думал о ней до тех пор, пока не понадобилось переезжать 10 лет спустя. Он отдал жемчужину своей тете, и она спросила, может ли она показать жемчужину мэру города, чтобы выставить ее на показ. И именно тогда максимальная цена жемчужины стала известна. Общий вес жемчужины составлял 75 фунтов. И это, много ни мало, составляет 34 килограмма. Необходимо провести дальнейшие тесты. Но если подтвердится, что жемчужина была действительно сформирована внутри гигантского моллюска, то она будет стоить 100 миллионов долларов. А сумма, ребята, такая космическая, что трудно даже произнести. Составляет 5 миллиардов 724 миллиона 900 тысяч рублей. Вот такая, ребят, находка была найдена чисто случайно рыбаком. И она составляет 34 килограмма и считается самой огромной жемчужиной в мире, которая была найдена. Если вам понравился такой видеосюжет, смотрите, дальше будет довольно-таки интересно.